Здесь поменено, я смотрю, здесь и по суше, и воздух получше. Вот сразу при входе сарай. Вода ХВС поменена здесь. Новая. Ну это надо будет список составить всех сараев. Ой, без проблем. Я с удовольствием все составлю, все подам. Я считаю, что сейчас пожарники-то нам напишут, что нельзя. Конечно, то, что было сломано, вот мы постепенно вывозим. Угу. Ну это уже практически образцовый показатель. Если бы такие подвалы были бы уже, как говорится, лучше было бы дому. С начала этого года много сделано на этом доме уже. А сделано почему на этом доме много? А тут давно уже планируется работа. Вот на 4-м подъезде канализацию поменяли. Вот 1-й, 2-й поменяли воду. Вот она, труба эта идет. Да, вижу новое. Да. Два подъезда. И здесь так хорошо, и провода все прибраны. В общем-то. Мы еще тут запланируем, тут несколько сборок надо будет поменять. Вот. У кого-то был сарай, да. И затопляло здесь. Ага. Ну, уже вот эти вот провода надо в порядок приводить. Так, все уже, да? Да, все, там что надо. Все, хорошо. Здравствуйте, Вера Петровна, Александр Сергеев. У нас холодные, это, полотенцесушители. В плане? Вообще холодные. Вот пока на пролив ставят, они у нас это нормальные. Вот 27 минут, возьмем месяц. Месяц были за все вот это время, что включили отопление. У нас были они теплые, да? А сейчас они у нас холодные так и стоят. Ясно. Я уже звонила, уже это самое письмо писала в администрацию, они в эту компанию. Угу. Пришел ответ письменный. Что у вас трубы не... Позвонили вначале, что у вас трубы не того размера. Что вот у вас все сделано там. Это, все сделают вроде бы это. Так и ничего. А да. Вы-то думаете, почему это? Я могу рассказать, почему это. Вот. Сейчас выяснили. В 5-й квартире самовольно теплые полы сделаны из... Как раз полотенца 5-й. Соседи ваши? Соседи ваши. Сделан. А там никто не жил. Ну, я вам говорю, там сделан ремонт, и сделан. Были, приходила это самое. И что? Тепловая инспекция туда приходила. Ну и предписание выдано устранить. То есть все сейчас от них зависит. Я уже звонила везде, это самое, как говорится, и это директору звонила, это тоже говорила. Ну, он разберемся. И так и ничего. Ну, будем разбираться, почему ничего.